Всем привет, с вами Севпро, и сегодня покажу мод, который добавляет блокетов в Minecraft Pocket Edition. Вот у меня загрузился мир, и как видите, внизу у меня показаны блокеты. Их вот столько видов, но есть и больше, но я решил показать тут столько. Давайте заспавним первого блокета. Первый блокет у нас алмазный. Так, куда ты побежал? Давайте догоним его. И попробуем убить. И посмотрим, что с него выпадет. Так, куда ты опять убежал? Ну, как видите, с него выпали алмазы. Это, ну, не знаю, есть ли они в обычном мире, или они делаются только так, я не знаю, для чего они вообще нужны. Ну, давайте убьем этого. И с него выпадает эта пыль. Если честно, то я скажу, если вы выходите из блок-лаунчера, то текстура мобов остается, да. Она не пропадает, как с другими мобами. Модами, точнее. Так что с этим модом можно спокойно играть. И никакая текстура у вас не пропадет. Или не станет багнутой. Вот. Так, вот у меня какие-то 4% осталось. Ну и ладно, я подержусь, продержусь, точнее. Так, ну давайте сейчас попробуем найти семечки. Просто говорили вроде то, что они питаются семечками. Вот как видите, он бегает за нашими семечками, мы можем его покормить и убить. Из него попадает курица. А это, можно сказать, то, что это не блокет, который замаскирован под курицу. Так, давайте убьем земляного. Из земляного у нас выпадает земля. Теперь давайте запомним железного. Из него у нас выпало железо. Лавовый. Вот какой он яркий такой, бросает. И залагивает, да? Не, блокет. Но слишком много раскидывается и, ну, раскидывается и пепел. Также он мы его тоже так же можем кормить и, наверное, убить, да? Так, куда ты побежал? Стой. А давайте попробуем их, так сказать, скрестить. У них появился цыпленок. Как я сказал, это курица, да, да. Прикольно. Из таких блокетов появился цыпленок. Это просто нечто. И цыпленок теперь бегает за этим блокетом. Получается, он, она, его мать. Так. Ну ладно, бегай, говнюк. А вот тоже, как видите, курица выпала. И остался у нас последний блокет. А это уже стеклянный. Все, давайте посмотрим. Ну, он у нас прозрачный, да, как и стекло. Выглядит тоже прикольно. Также мы его можем кормить. Давайте сейчас попробуем и тоже их скрестим. Так, кушай. Спавним второго. И тоже кушай. И у них... Так, нет, я... Ну и ладно, я стукнул его, ну и пусть. Давайте я убью и посмотрим, что с него выпадет. А выпадет с него опять курица. Получается, некоторые блокеты не курица, а, не знаю, другой моб какой-то, с которого не выпадают нормальные блоки. Но выглядит это все очень классно. Скачивайте и оценивайте также. Что еще можно с него сказать-то? Про этот мод сказать больше нечего. Вот. Достать этих блоков вы сможете с помощью мода Toma Items. Здесь так просто вы его не достанете. Ну что ж. Вот такой классный мод. На этом все. Ставьте лайки. И подписывайтесь на канал.